Всем добрый вечер, Вуп Александр Невский. Сегодня хочется поделиться еще такой техникой с использованием захвата своей ноги. На самом деле это целый класс техник, но мы покажем сегодня один или два приемчика из этой области. Я со стороны спины, например, партнер ко мне спиной. Я его пытаюсь душить. Он, соответственно, руками мне не дает душить, да? И отсюда мне очень сильно мешает вот эта рука. Задушить не получается. Вот в это пространство запихиваю свободную левую руку. Вот сюда. И он держит. И вот туда мне руку не протиснуть. Он мне сильнее прижмет. Руку убираю вот сюда. Вот сюда. И рука пошла под ногу. Ногу поднимаю. Держу. Вот сюда. Колено приподнимаю, ногу, руку заряжаю и вот очень сильно прижимаю плечо. Здесь дать партнеру возможность подергаться плечо, освобождать. Чувствуете, более-менее плечо держите, да? Дальше. Здесь продолжаю держать. Правая нога уходит в ковер, левая чуть за него. Выхожу на левый бок и пытаюсь из-под него тазом выползти. Правой рукой могу уже отрабатывать его в плечо, в голову. Пришли в положение, в котором вот здесь партнеру даем возможность выйти на меня. На меня. Не очень удобно. Да, вот толкаю его. Под меня. Тоже не очень удобно. В этом положении мимолетное. В этом положении, когда плотно держите руку, толкаете голову, облизываете ногой голову вот таким образом и сразу опускаете пятку вот сюда. Отсюда забираете ручку. Делаем рычаг локтя. Забрал. Просунул руку, раскрыл. Забрал. Отсюда. Прижимая плотненько. Нога. Оттолкнул, ушел на левый бок. Облизал, отключил. Вышел на рычаг. Ну вот. Техника с использованием захвата своей ноги – один из вариантов. Это целые кусты, здесь работать можно много, много и много. Спасибо.